столице республики завершился общественный форум сообщества. Якутские общественники просят упростить процедуру регистрации некоммерческих организаций в Министерстве юстиции. С таким предложением они выступили накануне на секции «Дорожная карта НКО». Стоит подчеркнуть, что вопрос регистрации некоммерческих организаций в Якутии стоит особенно остро. Из-за отдаленности населенных пунктов и отсутствия связи со столицей республики, общественники из отдаленных районов не могут зарегистрировать НКО и, соответственно, претендовать на гранты. Кроме этого, на дискуссии затронул ли вопрос правоприменительной практики закона об общественном контроле. Сегодня во всех 5 секциях были озвучены по 20 проектов. По словам экспертов, многие разработки якутских общественников запросто смогут выйти и на федеральный уровень. Напомним, из Дальневосточного федерального округа в работе форума приняло участие более 400 общественников. Идея выступить здесь была немного спонтанной, но я надеюсь, что это привлечет какое-то внимание к моему проекту и возможность другим проектам получить как раз-таки финансирование. Прежде всего, это знакомство с большим количеством интересных людей, которые активны, которые занимают такую очень выраженную гражданскую позицию. Я поняла, что на самом деле власть, она идет на диалог, открыта для новых идей, да, для существенных начинаний. То есть в большей степени это, наверное, для того, чтобы пообщаться и для того, чтобы поддержать, такой боевой дух.